Баткенскую область на сегодняшний день отправлено более 65 тонн гуманитарного груза. Об этом на пресс-конференции сообщила первый замминистра здравоохранения и соцразвития Ализа Султумбекова. С ее слов, штаб помощи Баткену накануне 14:30 отправил первую фуру гуманитарного груза в размере 20 тонн для жителей Баткенской области. Также в полночь было отправлено еще две фуры. Это 45 тонн. Замглавы Минздрава также отметила, что в настоящее время гуманитарный груз Баткенскую область поступает из городов Бишкек и Ош, а также Ошской, Джалабадской, Талаской и Иссык-Кульской областей. Напомним, при правительстве в Бишкеке на территории Дворца спорта открыт штаб «Помощь Баткену» по оказанию помощи жителям Баткенской области, пострадавшим в результате конфликта на кыргызско-таджикской госгранице. На месте работают представители министерств и ведомств, волонтеры, которые принимают гуманитарную помощь для отправки ее в Баткенскую область.